квалификационную работу специалиста Ефремова Евгения Александровича. Итоговая оценка выпускной коллекционной работы отлично. Тема: прагматическая адаптация в кинопереводе на материале документального фильма «Музей истории подводных сил имени Маринеско. Жизнь не по лжи». Основные достоинства работы: важность исследования кинодокументалистики в связи с ее ролью в формировании общественных оценок исторических событий и личности свидетельствует об актуальности выбранной темы ВКР. Фильм «Жизнь не по лжи» посвящен судьбе и подвигу Александра Ивановича Маринеско, не получившим достойной оценки в СССР и на Западе. В работе детально освещены особенности перевода кинотекста, направленного на воссоздание образа героя-подводника. Авторам ВКР выделены фрагменты, подвергнувшиеся прагматической адаптации при переводе, обоснована ее необходимость и прокомментировано переводческое решение. Сделать это на высоком уровне позволило изучение обширного теоретического материала по теме исследования, изложенного в теоретической главе. Всего проанализировано 56 источников, среди которых 15 на английском языке. Таблица, содержащаяся в приложении А, отражает выбранную автором методику исследования. Выводы полностью соответствуют содержанию глав. Выводы автора работы об успешной прагматической адаптации кинотекста подтвержден в ходе демонстрации фильма иностранным посетителям музея истории подводных сил России имени Маринеско. Американские, индийские и немецкие зрители отметили качество английского кинотекста, заставившего по-новому оценить исторический подвиг Александра Ивановича Маринеско. Отмеченные недостатки. В работе не приведены оценки, принижающие роль Александра Ивановича Маринеско в разгроме фашизма. В противном случае необходимость создания английской киноверсии фильма «Жизнь не по лжи» представлялась бы еще более актуальной. Второе. Более вероятно, что отсутствие в кинотексте имени бывшего командующего ВМФ СССР адмирала Горшкова является отражением традиционной номинации, а не попыткой создателей фильма передать свое негативное отношение к этому военно-морскому и государственному деятелю. Заключение. Несмотря на указанные недочеты, работа выполнена на высоком научном уровне, отличается глубиной проработки темы и заслуживает оценки отлично, а ее автор заслуживает присвоения квалификации специалиста по специальности перевода и переводоведения. Ну и чтобы не вставать второй раз, уважаемые члены ГЭК, хотелось бы отметить еще что в качестве послесловия. Вот посмотрите, как докладывали свой материал и свои работы три последних студента. Знание вопроса налицо, глубина проработки темы налицо, увлеченность вот тем, что они делали, налицо. Поэтому это, в моем понимании, уже сейчас дорогого стоит. Следующий момент. У этих работ на сегодняшний день довольно глубокая и широкая практическая реализация. Три года назад мы столкнулись с проблемой такой, что не готов Музей истории подводных сил России имени Маринеско, это малый музей, к работе с иностранными посетителями. Он просто не адаптировал. Дальше началась вот эта вот работа. Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем двуязычный, то есть русско-английский этикетаж, который полностью соответствует требованиям военно-исторических и технических музеев, как иностранных, так и наших. Второе. Мы имеем базовый фильм о судьбе Александра Ивановича Маринеско, который переводился здесь, в военмехе, текст переводился, и озвучивался здесь, в военмехе. Вы всегда с ним можете ознакомиться. Следующий момент. Мы имеем фактически подготовленный аудиогид, текст английского языка, который можно закачать вот в это техническое устройство, и его могут использовать наши иностранные посетители. И мы имеем на английском языке текст нашей обзорной экскурсии по главной нашей экспозиции. И еще мы имеем подготовку наших экскурсоводов на сегодняшний день в паре к работе, в паре с переводчиком. Вот это все проверено, я об этом уже сказал. Были у нас англичане, были у нас немцы, англичане, американцы.
были немцы, были индусы. Снято все это дело на отдельные видеоролики. Мы тоже готовы их представить и показать в случае необходимости. И все они давали качественную оценку вот проделанной за все это время работы. Ну и последнее. Мне довелось поучаствовать в нескольких научно-практических конференциях вместе вот с коллективом, который возглавляла Пантелеева Елена Михайловна. Значит, на конференциях в университете имени Герцена и в государственном университете. Ну что я могу сказать? Значит, интерес к этой методике и к работе, и возможностям использования малых музеев как музейной, как обучающей площадки, она уже большой интерес вызывает вот у ваших коллег из соседних вузов. Буквально вот в течение последнего месяца пришло приглашение поучаствовать в нечто подобной конференции с арабистами государственного университета нашего и с французами и итальянцами в Герцене, в институте Герцена. Поэтому мое мнение какое? БКДУ, наверное, надо подумать о защите своей интеллектуальной собственности в этом плане. Потому что налицо создана действующая методика на сегодняшний день. Поэтому нельзя бросать начатое дело, надо его продолжить. Спасибо за внимание.